Привет, мои хорошие, с вами Татьяна. Мы находимся с вами в Океан Плаза. Посмотрим одежду в магазинах города Киева. Ну, смотрите, вот этой марки продается такая одежда, свежая, на весну, такие тона уже. Здесь идут скидочки до 50%. Кстати говоря, в этом магазине размеры 38, по-моему, до 40 только. Кашемир. Скидка вовсю, во всех брендах. Здесь тоже идет 30%. Такие очень приятные расцветочки. Совершенно базовые цвета на кашемир. В Маш тоже идут скидки 50-60%. Вот такая одежда коллекции. Присутствует красивый цвет фуксия. Сапоги казаки, босоножечки, видите, тоже такого же цвета. Бетти Барклай. Вот такая одежда продается сейчас, в начале 2020 года. Кто любит одежду в красных тонах, вот она присутствует в этом бренде. Такая мягкая сумочка трехцветная. И более подробно рассмотрим с вами Остин. Здесь также идут скидки. Смотрите, вот какие базовые цвета присутствуют в коллекции Остин. Этот розовый, такой сиренево-розовый, очень приятный цвет. И вот такие курточки продаются здесь. Вот такие платья, 700 гривен, 23 евро. Активно идут скидочки, смотрите, сколько всего. Вот. Джемперочки по 600 гривен, 20 евро. И вот такие брючки в клеточку и однотонные. Тоже по 700 гривен, 23 евро. 1300 гривен, 43 евро. Легкие курточки. Пару месяцев и уже весна. Можно уже покупать заранее, кому нужны. Возможно, у вас уже все есть, мои хорошие. Джинсы здесь тоже стоят 700 гривен, 23 евро. 300 гривен, 10 евро. Вот такие вот брючки. Вот такие вельветовые. Стоят 400 гривен, где-то 13-14 евро. Я говорю из расчета, что 1 евро равен около 30 гривен. Из новой коллекции пуховички стоят 2000 гривен, 66 евро. Есть прикольные цвета, видите, такие куртки. Вот это, смотрите, какая лавандовая, 600 гривен, 20 евро. А вот смотрите, какая хорошая курточка, натуральный гусиный пух, смотрите. 600 гривен, 20 евро. И вот такого глубокого цвета тоже стоит 600 гривен с капюшоном. Черно-оранжевая курточка тоже стоит 600 гривен. И вот такого цвета пуховичок тоже стоит 600 гривен. Видите, он немножко подлиннее, чем те курточки были. С капюшоном. Смотрите, вот какая классная куртка. Либо это плащик, он такой потоньше, тоже стоит 600 гривен. Семьсот гривен, 23 евро. Вот такие джинсы скини разных цветов.
Вот это уже новая коллекция. Здесь и платье коричневого цвета, платье-халаты. Вот так это оно выглядит. 1000 гривен, 33 евро. Это платьюшко стоит. Вот сумки в цвет. Стоит сумочка 800 гривен, 26 евро. Такие в полосочку рубашки с одним карманом. Рубашка вискоза стоит 600 гривен. Вот эти черные брючки стоят 800 гривен, 26 евро. Очень позитивный такой свитерок желтого цвета. Стоит 800 гривен. А вот это уже хлопчатобумажная рубашечка. Видите, низ немножко длиннее. Стоит она 700 гривен, 23 евро. Вот такая водолазочка тоненькая, вискозная, стоит 450 гривен. Это 14-15 евро. Вискозные блузы 600 гривен, 20 евро. Вот такого принта. И темно-синие с белым. Такая лаконичная коллекция на весну. Ну, конечно же, будут подвозить и другие экземпляры, более веселые, с красивыми цветами. Вот такие вот курточки стеганые. В этом году это очень модно, ромбы, даже на сумках такое есть. Вот такие юбочки с разрезом внизу. Вот эти брючки симпатично смотрятся. 800 гривен, 26 евро. Трикотажное платье с поясом. 900 гривен, 30 евро. И вот этот свитер тоже стоит 900 гривен, 30 евро. Такого плана джинсы тоже 900 гривен. Такое впечатление, что все по 900. Кстати, есть еще рубашечки темно-синие и белые. Смотрите, в горошек. Тоже вискозная ткань. 450 гривен, где-то 14-15 евро. 700 гривен, 23 евро. Вот такая лаконичная вещь. Я люблю такие простые вещи. Их очень легко сочетать. Внизу вот такие пуговички. Видите, есть такие украшения тоже, как мятый металл. Вот как она выглядит. Есть еще, кстати говоря, темно-синего цвета. Как вам такие вещи? Под юбку, под брюки будет хорошо. Вот еще какие экземпляры в новой коллекции. 900 гривен. И такие же рубашечки продаются. И кожзам юбочки. 1000 гривен, 33 евро. Кстати, неплохо она пошита. И есть кожзам платье. 1300 гривен, 43 евро. 1800 гривен, 60 евро. Вот такая куртка темно-зеленого цвета. Футболки 350 гривен, где-то 11-12 евро. И вот такие цвета. 800 гривен, 26 евро. Вот такой спортивный свитер. 700 гривен, 23 евро. Такие же есть брючки серенькие. Вот. Можно составить комплект. Видите, есть белые, серые и серые брючки. Свитер, значит, и брюки. Очень свободные. 900 гривен, 30 евро. Вот такие вот платьица. Такой синий, классический, как модно в 2020 году. Главный цвет года. Есть просто принтованный
цветочный принт. Смотрите, какие еще есть блузочки, тоже такой цветочный принт, более спокойный. Вот такие удлиненные рубашки, 700 гривен, 23 евро. Вот, показала вам коллекцию Оськин. Надеюсь, вам что-то понравилось. Возможно, еще что-то привезут, будем рассматривать и позже. Я почему-то редко захожу в этот магазин, надо исправить это. Вот такие курточки удлиненные, тоже 2000 гривен, 66 евро. Блуза 700 гривен. Здесь вот такой элементик интересный. Кардиганчик тоже длинненький. И вот такие свитера. Кожзам брюки 900 гривен, 30 евро. И бордовые сумочки. Бордовый — это базовый цвет, всегда пригодится в гардеробе. Ну вот такая коллекция у нас. Куртки, косухи того красивого карамельного цвета, 1800 гривен, 60 евро. 800 гривен, 26 евро. Вот такой свитер с люрексовой ниточкой. Мятный кардиган, 900 гривен, 30 евро. И классные блузочки в цвет рубашки. Напишите мне, девчонки, как вам коллекция Оськин. Есть неплохие вещи, причем хорошо подобраны по цвету. Во всех магазинах идут скидки. Смотрите, какая интересная реклама на скидке. 75%. Очень смешно. Так тают цены во всех магазинах. Напишите мне, что вы купили на скидках, мои хорошие. Возможно, что-то интересненькое нашли для себя. Да, понравилась мне эта цифра. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. Комментируйте. Я очень люблю читать ваши комментарии. Хоть чуть-чуть узнаешь, что творится в других городах, что предпочитают женщины других стран. Все, мои хорошие, до новых видео. Пока-пока. С вами Татьяна. Будьте здоровы, мои хорошие. Пока.